Ладно, все, запись врубил, поехали. Магическая Магинес. Let's go, будем киберспорт показывать сейчас. Первую катку я закинул, но, в принципе, мне понравилась игра все равно. Сейчас попробую вторую сыграть. Короче, турели очень сильная, на самом-то деле, я понял. Скидываешь их везде абсолютно. Фармишь, да что угодно делать с ними. Они очень сильные. Так, сейчас будем... Ой, блин, вот это неприятные герои, на самом деле. Оба героев, на самом деле, не супер приятных. Что будут бесить нас, на самом деле, очень сильно. На линии. Так, хилку я выстрелил, может подставиться немножко. Пока что. Захилиться. Что-то они меня прошивать именно хотят. Так, все, я хилюсь от крипов. Ну как, хилюсь от крипов? У меня же нет захила никакого. Легенда на Ирасике. Хилится он. Так, турельку взяли и все, и начинаем спамить по врагам. Оп. Две турельки. Отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я не ожидал немножко, на самом деле. То, что они настолько сильно упорятся в меня. Немножко неожиданно и приятно. А, наверное, возьму добавочное восстановление. Или что еще взять? Или инфьюзер взять попробовать. От него сыграть. Они не то чтобы много дамажат, конечно, эти турельки. Вообще, мне надо барьеры не подставляться. Так сильно, как я сейчас это сделал. Наверное, да, все-таки. Я типа нарожал две турели и пошел с ними драться. А что-то как-то они меня вдвоем неплохо забрали, на самом деле. Так, качаем мы второй спелл. Качаем и вкачиваем его по максимуму. До турели как минимум дойти тоже надо бы. Я, кстати, умер здесь. Да, я умер. Что-то как-то они очень сильно меня протыкивают. Меня чемодан убил соло, кстати. Оказывается. Интересная ситуация. Тык-тык. Ну это по крипам. Смотри, крип у меня сейчас от турели. Здесь мало хп или что там произошло? Разменял кого-то? Хорош. Машина. Так, хорошо. Чемоданчик. Турельки. И лупить нафиг крипов ему. Так, тот, у кого линия запушена, то того все плохо. Обычно. Поехали. Так, нам нужно бить крипов. Вот это вот. Крипчика залить сразу же. Так, хорошо. Я тут могу впитать кнопочки какие-то определенные. Барьер родил. И свалить отсюда. Оп, нам на вагона напали. Можно подамажить типчиков. Так, что мне надо купить за те деньги, которые есть? Барьер заклинателя как можно быстрее, что ли? А где вагон, кстати? Ага, вон, вижу. Отлично. Капец, они, кстати, пушивают пачки довольно быстро, на самом деле. Офигеть, только он мне за секунду сбрил, кстати, фул хп. Так, блин, крипа срал. Пофигу. Unlucky бывает такое дело. Так, хилку я родил под себя. Отлично, минус крип у них. Замечательно. Вот думаешь же, а нужен ли мне вообще барьер заклинателя в таком случае? Хотя ладно, проносит дэмэдж. Так что берем пока на линии его. А где этот, как он называется? Ладно, пофигу. Турельку куда-то родила, она не видно, где вообще она. Так, стенку роди... Офигенная стенка, мне нравится. Лучше не придумаешь. Лучше стенки, чем этой. Что-то они прям меня все скинули. А, нет, не все. Там побивает, конечно, турелька, но такое. Сомнительная вещь. Так, а они все, они на очки теперь. После этого они без ультов, если что. А ты без лица, кстати, вагон, да? Или в тебя просто это закинули, я понял. Пофигу. Так, стенку поставим, чтобы они мне еще не донаили здесь. Пока что.
Оп, отлично, замечательно. Так, это мы забрали. Поставили вещичку одну. Хилку родили под себя. И поехали дальше. Хорошо, подхилились, замечательно. Так, все. Да, чемодан, конечно, накликивает, это капец больновато. Что с ними делать, непонятно. Вообще можно, конечно, турель высирать сюда, наверх. Опа. Что-то думают со мной делать или не думают? Они турель сносят, черти. На самом-то деле. И турели они меня ломают прям капец как больно. Больно, быстро. Благо хилка уже второго уровня. КД снизилась замечательно. Все замечательно, все прекрасно. Так, а, я ульту не вкачал еще, да? А, она же на квик-косте, точно, забыл совсем. Ну ладно, пофигу. Так, тогда запушим быстренько пачки крипов. Она же квик-костом типа вязается. Совсем забыл. Квик-каст ты же поставил себе. Легенда на Ирасике. Так, здесь турельку выстроить, плюс хилку. И готово будет драться. Оп. А, не смотрю, тоже готовы драться. Unlucky. Так, надо обратку купить в эту игру. С обраткой будет намного проще играть. Купить пока стамину, что ли? Стамину. Ну, да стамины тоже такой моменте, конечно, сомнительный. Че там, 6-5 тысяч нетворс, слабаки. Маленький нетворс. С учетом того, что они 2 на 1 дерут постоянно. Пока маловато. Так, так, так. Хорошо. Оп, турельку высрали. И поехали. Ох, нифига себе, он мне, кстати, барьер подснял неплохо. Че там, парни, дамажите меня, да? В обратку дамажится хорошо? Ой-ой-ой. Все, я подвышел. Так, а как мне захилиться, вопросик такой? Барьер скоро должен восстановиться, на самом деле. Когда-нибудь. Скоро это когда-нибудь? Вот, вот он, отлично. Да, приятно барьер восстанавливается, на самом деле. Довольно приятная вещь, этот барьер. Оп. Здорово, чемодан. Ой-ой-ой. И улетел, чертич. Ну, чертич, конечно. Некуда было убегать, на самом деле, здесь. Так, хилку я сбил, а тавер вообще бесполезный, да? Что он есть, что его нету, как будто без разницы. Так, урон такой более двойной. Че, есть смысл вообще заряды брать сейчас? Я бы героя Кауру зарашил, наверное. Хотелось бы именно ее. Героя Кауру. Так, хорошо. Крипчики-крипочки. Оп, забрать. Отлично. Пушим линию дальше нафиг. Героическая аура. Кстати, она сколько до нее еще? Вообще до нее еще немножко есть. Так, missing my line, чемодан и этот. Инфернос, мисс. Так, пошли ломать тавер. Здорово, парни. Что-то их двое опять. Надо сваливать, наверное. Странно, что они за мной дальше не пошли. Да пофигу. Так, ладно, что-то я не могу на этой линии еще сделать. Что, забросить ее просто? Хотя, можно пофармить, конечно. Пока еще 9-я минута здесь. Пойдем на другие линии, наверное. Ой-ой. Вагончик не добил крипа. А, героическая аура где? Отлично, есть, все хорошо. Пойдем пушить линии дальше. Эту линию нам не отдают просто вообще никуда. Мы просто типов освободим сейчас быстренько на линии, они пойдут с нами пушить дальше. Шмотку я сильную себе уже достал, так что у меня поверап получился уже.
достаточно неплохой. Оп. Ну, Витёк сейчас откинется за это. По ощущениям должен. Да. Откинулся за это. А мы пока что сломаем домик дальше. Хорошо, теперь пошли ломать на этой. На синей. Синяя линия. Хотя... там, блин, я на зеленую, короче, пошел. Точнее, на желтую. Впадлу. Я там снова один буду. Вон, желтая линия, пустая, пошли. Че мне куда-то бегать, непонятно куда. Вот пустая линия, все, пошли. Пошли ее сносить к черту. Зачем мне вот эта вот линия, на которой кучу людей есть? Нафиг оно все надо нам. Оно нам не надо как раз таки. Витёк что-то. А Витёк... А, у нас Абрамс здесь, кстати. Вот, Абрамс это, конечно, неприятная вещь. Ну ладно. А вообще тут было два... Ну, ноль героев. Уже два. Анлаки, конечно. Так, а что бы взять такого? Можно взять заряды, можно взять инфьюзера. Можно взять... Блин, добавить спиритизм пока впадлу. Там и КДР, и прилив мощи надо бы дефармить как-то. А, нам базы ломают уже. Ты два сломали на фиолетовой. Очень интересно. Ладно, пойду-то я один шмотку открывать. На синей линии. Вроде бы пустая максимально. Максимально пустая линия. Так что поехали. Ух ты ж. Ладно, пока закрыли стенкой от нее. Что-то Леди Гейст очень нагло прыгает меня на самом деле. Вроде нетворса у нее никакого нету. Что-то прыгает, наглеет. Хз, что с ней не так. Ты ульты у нее нету. Я хз, что с ней не так. Что она такая наглая? А, у меня ульта КД, да? Ладно. Ульта в КД, это анлаки, конечно. Блин, мне Т1 не дают допушить, на самом деле. Что-то как-то по двое, по трое постоянно. Вообще анлаки полный. Оп, хорошо. Хорош, соло. Соло от меня, забайтил. Забайтил врагов сюда стянуться и умереть. Тем более чемодан без ульты. Так что вообще красота. Так, пойдем допушивать на синей линии. Это нам надо. Поехали. Оп. Здорово. Как твои делишки? Пушим линию. Угу. Барьер заклятия сносит нам быстро довольно. Неприятно, конечно. Я даже не знаю, я бы забил на нее просто. Что она есть, что ее нету, какая вообще разница. Ну давай подеремся, раз так хочешь подраться. Тип хочет подраться почему-то, эх, а зачем он хочет от меня? Я тип нажал ульту на инферносе. Ладно. Мне нужен спирит лайстил в эту игру. Очень сильно его не хватает. А дальше пока хз. 2700 урона я впитал. Нормально. Да, спирит лайстил очень сильно не хватает, именно его. Грозу целителей может быть еще, конечно. Закупить. Это что такое? Сова какая-то непонятная. Куда? Зачем? Что это было вообще? Ладно, пофигу. Веселая сова. Я сам что-то ворнул с этого. Ладно, мы сюда турельку выстрелим. Фул обойму всру сюда. Не знаю, вряд ли. Хотя, я думаю, задефает. Пошли отсюда. И соло. Пофигу на нее. Соло турелька, думаю, задефает под хилкой. Что-то как-то... Он даже не настакал на мне. Игнайт ему вообще пофиг. У него есть токсик пуля? У него есть токсик пуля. Только у него грозовых пуль нету. А он зафармил и ушел, да? Понял. Так, у этого, кстати, почти откатилась кнопка уже. Что хочешь. Что-то пристал, капец, хз. Не знаю, что пристал. Вообще не дают, кстати, пушить.
Я типа иду, иду, иду. А команда как... Я не знаю, кстати, что делать реально команда у меня. Вообще без понятия. Типа ее никогда нету. Что бы ни происходило, ее просто не существует на карте. То есть где она? Она в желтую линию вдвоем. А, ну ладно, не на фиолетовую линию. Так, ну давай я не буду фидить, давай я пойду к фиолетовой. Раз они считают, что Т2 важнее пробить, то давай я пойду к ним. Раз они считают, что вот эта вышка важнее, чем Т1 добитая. Поехали лупить с ними крипов. А, они просто разбежались, как будто бы. Я их здесь не вижу. Все, их нету уже. Оп. Ну да, все. И меня снова вдвоем лупят. Как я и сказал. А где команда, я не знаю. Она тут рядом была вроде бы, а вроде уже и нету. Варден ушел фармить другую линию. Ну, вагон ворвался подраться. Ну, Вардена нету, если что. Варден уже где-то. А где именно, я не знаю. Они... Ну ладно, о, команда что-то делает, неужели? Да ты что, они идут пушить, неужели, парни? Спасибо, вы... Ладно, они забили на это довольно быстро. Я только в это поверил. Что они пошли допушивать Т1 вонючая, но нет, ненадолго. Они снова фармить пошли. Фрики, что сказать. Мне нравится эта игра, то что я сфидил 9 раз, а разница между нами никакая. 2-3 тысячи нетворса — это одна белкая шмотка, все. Как будто бы вообще фул насрать. На мой фит абсолютно. Что я фижу, пока не фижу. Без разницы. Нет смысла играть на КДА никакого. О, так, мне команда врага решила дать все-таки возможность допушить, смотрю. Или не дала допушить, я так и не понял. ХЗ, но что-то не дают. На самом деле допушить вообще ни в какую. Может уйти с мида, пойти на другую линию. Хотя там тоже меня ловили. На желтый, к примеру. Я без понятия, на какой линии играть, честно. У меня команды нету. Они не хотят играть. Они хотят побегать, пофармить что-то свои линии. Поумирать где-то по одному. Это куда интереснее, чем собраться со мной. Пофармить, пофармить. Я понял, что вагон фармит, я не понимаю, что они фармят. Стрельба в упор, вуаль, замедление. Зачем тебе замедление, если ты не играешь в доту? Зачем оно тебе буквально, я не понимаю этого прикола. Че, нам просто Т2 идут пушить, да? И все? Ладно. Хоп. А, все, да? Все, идти просто в меня вбежал. Бабах. А, да. Дожали все-таки меня. А что я фармлю? Заряды, да? Да, заряды фармлю себе. Сколько разница на творце? 15 тысяч? Ну, 15, не 15, без разницы. Тут проблема в том, что команда ничего не делает. Не 15, 20, 30, без разницы. Если тима АФК, тут без разницы, что бы ты ни делал. Какая нетворс была образец, абсолютно пофиг. Они тупо ничего не хотят делать. Они как будто просто есть. Я впитываю кучу кнопок, но без разницы. Они даже никого не убили за этот файт. Хотя я впитал все. Ладно, я пойду дальше по синей пока что. Пусть пока Леди Гейс ловят. Я думаю, мы можем открыть тавер. Пока они будут дефать это дело все. Хорошо. Вот сюда одну турельку. Я просто в наглую пойду. Мне пофигу. Запушим этот тавер. Все, в какой-то веке сделали это. Начали парни в доту играть. Я барьер ему дам. Кину сюда куда-то турельку. И все, и пошли отсюда. Все, я сделал то, что хотел. 20 минута понадобилась для того, чтобы запушить сраный Т1 все вышки. 20 минут понадобилось для этого. Моей команде. Чтобы хотя бы плюс один игрок появился. И пришел помочь. За 20 минут гейминга. Офигеть. На тебе хилку, сама допушишь. Так, мне бы КДР взять теперь какой-нибудь.
КДР, КДР. Так, сюда бы турель. Нет, турель уже нечего фармить. Это да, пофигу уже. Скинул и скинул. Мне надо КДР взять на турели. КДР, КДР. Отлично. Чаще будем срать турели теперь. Так, ладно. Это меня ультанул он? Аккуратнее там этот Абрамс. Вагончик в себя сейчас. Или не в тебя полетит, не понимаю прикола. А, тут героев многовато как-то на самом деле. Как-то немноговато. Слушай, ну я вагон увидел, я видел, как парадокса били. Как умерла бабка и где канонир все это время, и фантомка. Чем они занимаются? Фантомка фармит. Имея ультимейт. Фармит. Купил ли он себе рикошета на фарм? Нет. Гигапленка. Керис. Эйс. Ладно, не буду ничего горить даже. Нет смысла. Общаться в этой игре? Только триггерить тиммейтов, чтобы они что-то высрали в войс? Что-то непонятное. Потому что это будет считаться как оскорбление, как ты что, хочешь посраться, что ли? Только так это будет ощущаться его понимание. Просто я не понимаю, тип не покупает никакие рикошеты, он собирается фармить без них. Зачем? Иди делись с нами. Рикошеты у Хезы есть, пусть она фармит тогда. Пошли играть доту? Наверное, нет. Такс, ладно. Фармят, фармят. Ладно, я турельку одну кину. Турельку плюс хилку. Пусть развлекается. Оп, будем так фармить тогда. Раз команда именно так хочет поиграть, то давай так поиграем. Я не буду умирать просто-напросто. Ну или буду умирать, но... Пофигу, буду играть по-своему. Оп, две турельки высрук, кем большой. Давай все фармить тогда. Все, что мне дадут фармить. КДР дополнительные. Улутали. Вот сюда турельку выстрелим тоже. Она отпушит линию. Чтобы тиммейты забыли уже про то, что такое фарм. Я как будто тоже могу просто бегать фармить бесконечно и все. Тип почему-то здесь появился. Дэмэдж полутал где-то. Рядом. Я хз почему. Опа, это что за фарм, кстати, дополнительный? 360, отлично. Так, единственное, что я очень много нафармил, я могу очень много отдать сейчас. Вот это такой минус. Вот сюда скину турельку, и все, и пошла дальше. Так, пошли к команде. По ощущениям, кстати, как будто бы... Ну да, надо дефать команду. Пофигу на Т2 эти. Только одна единственная Т2, считай, будет спушена. Yellow Walker. Destroyed, да-да-да. Destroyed, destroyed. Так, КДР на первый спел обязательно. Можно взять длительность тоже. Неплохая вещь. Давайте апнем турели, кстати. Они все еще не апнуты, оказывается. Так, две турельки выстрелим сюда и пошли дальше. Хорошо. На вагончик. Там какая-то второй спел висит вроде бы, но это не точно. Скорее всего, он закончится уже. А может быть и нет, и ты похилишься даже. Так, тут турельку я высрал. Инфьюзер тыкнул, еще одну турельку и хватит этого дела. Хотя можно было одной турелькой здесь ставить. Еще, парни, приятно, когда теперь я буду фармить всю мапу. Когда вы играть не хотите. И Расик будет фармить всю мапу тогда. Не, ну а чё? Парни не хотели этого играть со мной. Как бы и Расик будет сам тогда фармить, ходить. Все, что дают фармить. Турельку раз. Турельку снизу два. И поехали, парни. Оп. Пошел фарм. Поехал. Второй спел. На КД, на тебе еще одну турельку тогда.
Оп, еще дальше едем. Турельки фармят, фармят, а? Пошла фармежка, поехала. Тут эншей нет. Нету эншей. Нема эншей, нема. Ирасик также умеет играть, что нет-то? Команда же не хочет играть. Нати хилку. Пошли другую линию отпушивать сразу же. Тут уже вагон этим занимается. Как бы подождем, пока нафармим. Миллион слотов. Пока Инфернус выформит вместе с седьмым. Пока наша Хеза выформит. Вдвоем пофармим один кем. Да-да-да. Фантомка без рикошета бегает фармит. Ну это капец. Что ты там фармишь? Купи инвиз, иди делай соло киллы. КЗ не хочет парень такое делать. Ладно, две турельки я родил. И ушел отсюда. Оп, поднялся. Тут фармить нечего, правда, но это не важно. Оп. Что мне надо? Шарди купить надо бы. Оп. Две турельки. И высрались отсюда его подальше. Оп-хоп-хоп. Витёк дэмэдж лутает, чемодан дэмэдж лутает почему-то. Откуда они-то вообще? Откуда там чемодан, которого даже не видно было? Вот сюда турельку. Я думаю, одной хватит. Может даже хилку туда не кидать. Как будто Инфернус туда пришел, сейчас донать будет. Не, ему пофигу, как будто бы по ощущениям. Он пришел просто за респект подраться. Можно накидать еще всякого говна. Хилочку какую-то. Барьерчик пареньку закинуть. А это вагон? Он. Так, ну я стенку дал ему, чтобы он не убегал особо. Он как будто все равно удирает. Поультовать понемногу. Прокачать ульту на единичку. Увидишь, что у нас база ломается все это время. Я с кем-то лечу вместе или показалось? Оп, здорово. Витёк, как твои делишки? Будешь со мной драться или не будешь? На Витьке. Ладно, это все задефает легко, спокойно. Что там дальше? Т3 ломает нам, тип. Так, у меня 6200. Что я хотел купить себе за 6200? Я бы купил, не знаю, рикошета, наверное, но рикошеты без токсик пулей, как будто. Специфическое приполнение. А, шардик, забыл совсем про него. Шардик вместо обратки. Сколько у них физ дэмэджа? Но он не то чтобы поможет мне эта обратка сильно как-то выжить. Сколок эхо. Он шардик, да. Срём дальше турельки везде. Ой. Так, хорошо. Хоп-хоп. Чё там Витёк? Не знаю, что там по поводу Витька. Оп, кинули. И вышли отсюда быстренько. Соло турелька разберется. Оп-хоп. Тут души пофармить. Предполагаю, что они могут мидбосса пойти. Но очень сильно сомневаюсь, что мидбосса я как-то могу задефать соло. Careful. Давай я насру тут турели, на самом-то деле. Так сказать, чтобы у них были проблемы тут какие-то. Если они пойдут все-таки на вид босса, то у них были определенные проблемы. Давай я говно накину и пойду дальше. Больше турелек, еще больше. Намного больше говна. Вон там седьмой убирает. Гореть. Гореть, седьмой, гореть. Турельки, смотрю, работают. Шардик нажали, установили зарядик. Постоянно вот так тыкаем. Так, первый. Плюс ульта. Еще второй спелл. Точнее. Плюс сюда еще первый спелл. Шардик сразу по откату нажать. Пошли дальше отсюда. Видишь, что моя команда какой-то файт очередной завязала.
Прийти в файт, если я смогу, конечно. Было бы неплохо. Сюда турельку. Сюда турельку, шардик, хилку. Под эту турельку. Еще говнецо какое-то. Он меня вряд ли убьет все равно. Так, купить мне токсик, пули плюс грузу целителей надо теперь. Обе вещи. Потом рикошетами можно полирнуть будет это все дело. По красоте. Так, тут все. Ага, вот. Энши. Энши есть, энши. Что мы делаем с эншами? Правильно, выфармливаем все это дело. Двух крипов здесь хватит. Я думаю, спокойно, с кайфом. Фармим все, что дают. Раз мы так играем. Что, ну, просто нет смысла. Что-то пытаться навязать. Никакого. Союзное святилище ломается, не понял. Фантомка вроде бы дефает, но что-то как-то неприятно то, что сейчас происходит вообще. Кстати, у меня длительность куплена. За 1250, да, куплена. Ладно, зря пришел. По итогу. Уже все от дефана здесь. А че, энши не выформил? Энши живы все еще? Это как так-то? Хоп-хоп. А это что такое? Сюда барьер. Сюда стенку. Сюда еще турельку. Сюда турельку. Все отлично. Враги гниют. Замечательно все у нас. Еще турельку. Еще турельку. Все замечательно. Хилку под эту турельку. Хилимся, живем здесь спокойно. По-моему, у меня гроза целителей быстрее пробивает. Как будто бы. Надо стеночкой все побрить. Там вагончик появился. Не знаю, что-то кучу говна туда насрал. Но мне бы как будто бы не умереть просто так. За респект. А, это не дуг, подожди. Да, я понял. Можно не умирать, я тебя прошу. Хорошо. Так, ладно, я жив пока что. Это самое главное. Барьеры будут. Ой, барьеры. Турельки будут все это время работать, так что нормально. Так, хорошо. Здесь одну выстрел. Сюда еще одну турельку. И еще сюда одну. Хоп. Подстанчики, вся фигня. Этот тип не захилится вообще как будто бы никак в этой жизни. С под моими токсик-пулями. Куча говна насрали, хилочку под себя. Вообще не самое лучшее место, где я насираю турели, конечно. Не совсем. Оп, а что я себе на стенку, да? Я поставил. Ну, турельки засираются дальше и дальше. Пока что. Вот сюда куда-нибудь турелечку. Ультануть как вариант по ним всем. Чтобы они по все пообсирали здесь полностью. Вон крипы поумирают, пускай. Вон, смотри, как враги убегают, а? Как боятся. Моего ульта. Очкошницы. Хотя, мне кажется, это они за Рошаном пошли. Они из-за этого. Бля, шарт не на ту кнопку нажал, на самом деле. И Рошаном все полирнуть и закончить быстренько. Все правильно делают, ребята. Такс. Шардик нажал на первый спел, отлично. И дальше шардиком будем сейчас турели копить. Такс, хорошо. Рикошет я купил себе ведь. Так, шардик нажимаем по КД. Как только они пойдут у нас, надо будет сразу турели засирать очень много. Прям капец, как много турелей срать. Можно прямо сейчас на каждой линии поставить по турельке. Чтобы они там просто стояли.
И дефали вместо базы. Вместо базы, вместо башни красота будет, а? Так, в таком белдачке можно что сделать? Длительность взять какую-то? Или улучшенный спиритизм? Чтобы взять лучше. Длительность турели? Ну давай длительность турели, пофиг. Пускай длятся дольше. Так, первый спел сюда. Турельку туда. По-моему, враги не то чтобы торопятся, как-то пушить. Хилка плюс турелька. Пусть дамажит, если что. Давай еще турелька. Еще возрождение для турельки. Отлично. Все, турельки работают, отлично. Tower Defense грабелин. Поехали. Тык-тык-тык-тык. Даже со счетом 0.10 у меня нетворс, как у вагона, который фармил всю игру. Вот как бы задумываюсь по поводу этой игры. А какая разница вообще, какой счет, какой КДА у паренька. По ощущениям, они как будто по другой линии идут вообще. Есть такое ощущение. Чуть немножко. Оп. Ой-ой-ой. Ладно, я сюда... Блин, я вторую хилку сюда могу родить. Ладно, пофиг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, надо устранитель эффектов какую-то хрень. По типу вот этой шняги. Шардик нажать. Как-то захилиться здесь теперь надо бы. Быстренько. Оп. Ну тут ГГ как будто бы. Я хз, как это задефать. Но тут как будто бы ГГ. Без разницы, чтобы я тут сделал. Три героя еще живы. Они могут доломать трон. ГГ. Ну тут команды нету. Объективно они ничего не делали всю игру. Они фулл АФК весь гейм были. Их тупо не было. Хоть у меня, кстати, мало урона по героям и по постройкам, но они тупо АФКшили, они ничего не хотели делать. То есть я пытался, я 13 смертей сдох. Я пытался изи гейм как-то наладить парням, но они не хотели играть. Они фармили лесочек. Вот так вот. Ну, я решил, в принципе, до конца игры тоже лесочек подолбить. Тяжело называть эту игру чем-то. Мне нужно было сюда купить устранитель эффектов против чемодана. Каким-то образом. Либо БКБ. Ну, устранитель эффектов сюда именно нужен. Такая вещь. Потому что невозможно жить под ничем абсолютно. 26 тысяч урона, это капец. Но дамажить тупо не дают. Тут чемодан какой-то слишком сильный. Чемодан, но... Я его расфидел, конечно, на линии, но это пофигу. Типа, ты сам все видишь, что у меня на творце все равно такой же, как у моих тиммейтов, которые леса долбили, сидели. Как будто бы какая разница вообще. Он соло выиграл. Ну, против чемодана надо шмотку покупать какую-то. Я говорю, шмотку это... Купить эту. Но они все долбили, поэтому и денег нету. Но это база. Это да.